Привет, представься. Михаил Хатламаджиев, 5-й номер команды Баварии, также капитан. А как тебе сегодняшний матч? Да, в целом, игра была не очень со стороны одной и второй команды. Как сказал Валерий Георгиевич, игра была равна, играли порядка. Много нереализованных моментов с одной стороны, со второй стороны. Залетало говно, нормально я не залетал. Ага. Выделить кого-то из своей команды или команды соперника хотелось бы? Ну, из своей команды хотелось бы выделить вратаря. Ну, у нас, в принципе, во всех играх вратари хорошо выделяются. Вот. В принципе, так нет. За соперником особо не смотрел, ну, именно по персоналям. Ага. А как судейство? Судейство тоже в порядке. Судья хорошо судит. Карен, кажется, его зовут, сейчас я не помню. Да-да-да. Вот, но он достаточно давно и так на опыте судит хорошо. Ну, тогда удачи в дальнейших играх. Спасибо. Спасибо.